В Дагестане произошло крупное ДТП. При столкновении пассажирской «Газели» и «Лады Приора» погибли 5 человек. Пострадавших госпитализировали. Место аварии в 15 километрах от Махачкалы. С места событий Саркар Маговедов. Страшная авария произошла в Буйнакском районе, недалеко от Буйнакского перевала. Это трасса, на которой допустима скорость не больше 90 км в час. Соблюдали ли ее водители легковой машины, пассажирской «Газели»? Это установит экспертиза. Пассажирская «Газель» направлялась из Буйнакского района в Махачкалу по трассе республиканского значения. Легковая машина «Приора» выехала с дополнительной трассы. Посмотрите, здесь личные вещи, продукты. Все так же и осталось. Людей срочно эвакуировали, доставили в больницы. По предварительным данным, 7 пострадавших с различной степенью тяжести травм доставлены в местные больницы. Вот та самая легковушка, которая выехала с дополнительной трассы. Говорить о том, что это мог быть какой-нибудь лихач, преждевременно, потому что, судя по личным вещам, люди были верующие, тем более сообщается, что это семья. Возможно, машины просто не разминулись, и произошла какая-то ошибка, человек не смог справиться с управлением. Посмотрите на разрушения, которые причинены в ходе аварии. Несмотря на то, что авария произошла в 20-30 метрах отсюда, прямо на перекрестке, удар был такой силы, что машины раскидало в стороны. Надо отметить это место, которое славится большим количеством аварий и большим количеством жертв в среднегодовых показателях. Дело в том, что в народе это место, этот перекресток называют полигоном смерти. И люди уже давно просят, чтобы здесь устроили какую-нибудь развязку для того, чтобы исключить пересечение транспортов с дополнительной дороги и по трассе республиканского значения. Это актуально, потому что практически одновременно с этой аварией недалеко произошла еще одна авария, где КАМАЗ столкнулся с легковушкой и где двое погибших. Саркар Магомедов, Башир Алиев, Абдулла Магомедов и Кристина Мирзоева. Вести, Дагестан, Буйнакский район.